хочу жить, помогите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анашкина Ольга. Я мама Сашеньки Анашкиной. Ей 9 лет. С 2017 года ребенку диагностирован острый лимфобластный лейкоз. Лечение для нас в России исчерпано, включая трансплантацию костного мозга. Сейчас единственная надежда на спасение моей дочери – это лечение в Германии. Счет, который выставила Германия, – это 400 тысяч евро. Я прошу помощи в оплате лечения нашей девочки. Если мы не соберем деньги, то клиника нас не примет. То есть шансов на жизнь нет. А ребенок уйдет. Знаете, вот за время лечения, которое мы прошли с дочерью, я поняла, что в России очень много простых, добрых людей. Простых людей, которые работают на заводе, учатся в институте. Простых людей, которые откликаются на боль. Кто-то пишет сообщение, кто-то нам снимает видео, кто-то 100 рублей скидывает. И был один случай, когда мне звонила бабушка, ночью практически уже. Милая, говорит, я не знаю, как перевести денежки, но я очень хочу помочь. Но я обязательно завтра схожу в банк и переведу ей денежку. Это была бабушка-пенсионерка, вот судя по голосу, ей там лет 70. В нашей России очень добрые люди, отзывчивые. И нас много. Поэтому я верю, что... маленькая жизнь одной девочки. Стоит того, чтобы за нее побороться. Сашка должна жить. Дети вообще должны жить. Прошу добрых, отзывчивых людей помочь в оплате лечения нашей девочки. Помогите, пожалуйста.